Вот едем от железной дороги, ездили туда, пришли посмотреть осинки. Крепко сидит, да? А? Крепко сидит? Крепко сидит. Сейчас я рукавичку надену. Вообще. Там замерзли эти огурцы-то, а то у меня рукавички такие. Ну ладно, пока одна такая, другая такая. Я прошел там в огороде-то, они замерзли, ну все взял. Вот если, допустим, нам пересадить, как они отросли-то? Все же косили нынче. Не ожидал. Так далеко корни не могут быть. Тем более это молодое осенье. Ну значит там уже не первый год. А? Значит не первый год уже отростки эти. Ну так как? Тогда бутылек был бы, она же траву такой сет. Вот так вот бы, вот так бы хотя бы было. А то нету. Бутыльков-то нигде нету. Ну, значит... Я даже знаю это, никогда этого не видал. Знание крайне ограниченное. Как она растет? Пока же так это. Я не уронил рукавичку. Ну ладно, поехали. Мы едем на южный. Диск упал. Диск, диск. О. Упал из-за чего? Потому что я положил, и он его выдавил. Ну не пойдет так. Он упал один раз, может и второй упасть. Там от болгарки диск нашли там, возле железной дороги. Да. Там лежал. Игорю Барабашу покажу. Поехали. Поехали. Оп. Не успею еще. Дорога вся неровная из этих кротов. Нарыли тут кучу. А, кучки стоят. Смотри, какой вал. Там мы его убирали. Ага. Вырубали. Вот здесь вот южный, сейчас покажем его. Травик сохранить. Дальше один осинник. Потом клёвый. Самый красивый рост. И он у нас влево поворачивает. Вот этот куст обкашивается. Куст. Ну, как трудно нам было здесь работать. Смотрите, сколько раз мы все нарубали. Можно сюда зайти. Ну да, тут кто-то ходил уже. Коровы ходили. Наверное. Детей не забивают. Стараемся. Вот оно все. Мы его сейчас сломаем просто. Не задевать. Ну,
южное, сухое, пустыня. Откуда нельзя воды-то, там загородили воду-то. А снегу мало было. А? А снегу мало было, и все. Снегу мало было, купаться можно было. Ну, какая тут работа была. Видите, какой вал. Вал-то какой-то, вал метра три. А вон на той березе на склоне это. Виталий лазил. Виталий там пузо чесал. Ну небольшое, у меня все это замерено. Вот оно вокруг наросло. Вообще нету. А вот у нас стоп. Где он поднимется. Поднимать воду можно будет. В рост человека фактически воды может быть. И вот приезжала комиссия тут южная, мы тут карасей ловим. А приехали тут... Можно где? Там посмотреть что-нибудь. Что, ты думаешь, вода? Нет, там посмотрите, эти загородки все. Загородки? Так их выдать. Это вы делали, это большая работа. Да, мы там с Никитой поделились, с братом. Вот сюда, если загнать сейчас бульдозер, он просто, ну, вода была, вот она видно, недавно. Это тина. Еще больше нету. Вот выдры, эти, как выдры, андаторы. Смотри, что наросло. Угу. Кажется, выбирал до корешков, не пусто было, тут много. Это все кустарник был. Мы его рубали с большим трудом. Там у тебя два стока. Запечатали воду. Ниоткуда не может вода заходить. Если дать ей сюда заходить, проходить, то остаток воды вытечет. Если поднять тут выше, она не попадает сюда. Да. Только та от снега, который попадает. До грунтовых вот не дошли. Ну не нашли. И все. Вот она вокруг. Вот туда посмотри, вот это сплошняком осенник, а вот березняк, полторы стенки. Ну еще дальше-то идти, там видно, что сделали как надо. Вода когда пойдет, чтобы не текала сюда. И она маленько тут пониже. Вот запускать ее сюда воду, а потом сразу перехватывать, ну на это у нас нет. Вот она как. Ей неоткуда в воде браться. Главный поток воды, который идет там через железную дорогу, под ней идет, это тогда дальше, там ниже. Поэтому в этом околке, но ниже. Мы все тут обдумали, ходили. Мы могли это сделать. Но это не в силах. Это надо много деревьев убирать было. Копать как канаву. А здесь глубже. А здесь уже техника стала тонуть. Вот оно. Видишь, это грязь уже. Ну, ясное дело, никак. Никак. А тут много андатор, вон норы их пошли. Угу. Я тут все замерял. Вот он поднимался как, вон куда. Он поднимался и ножом упирался в лосину. Здесь было в Катафанске маленький пруд, мы его расширили. Здесь техника у меня работала 2 или 3 года. Были препятствия большие, я говорил. Милиционер тут был на пенсионной пенсии. Вот. Сейчас посмотрим, что тут. Это под водой норы были сделаны, под водой. До этого уровня была вода. Вон как сюда, можно подняться на нем. Это не андатор. А вода-то ушла. Высохло. Ну. И все нету. Ну, 30 сантиметров в диаметре. Это корнями. Ну-ка, давайте поднимемся. Здесь тут только у меня не работал. И Василий Ласкин, и Романы. И Владимир Юрьевич. А? И Галиндухин Владимир Юрьевич. Да. И этот Рус, как его фамилия. Тут репьята наросло. Тут, смотри,
Березняк такой ужасный. Вон она какая глубина. Вода идет там. Насколько она ниже. Угу. Ну тут не покажешь так это. Ну что, пройдем по тебе. Березы мощные. И мы можем выйти. Это что же такое? Это надо прийти и разобраться. Вот она как заросла. Ну как же так? Это постойка. Сейчас я рукавички надену и дорогу прорву. Это наш сток воды. Смотри. Ой, так как это не прикасайся к репью. О, растет конопля тут, крапива. Вот оно там. А помнишь, вы бревнышки-то ложили-то? Да, помню. Так устояли? Угу. Вон она била, как вода в ней. Вон она, видать. Ой-ой-ой, конопля какая. Рукой не достанешь. Да, тут земля, вот смотрите. Под 3 метра, наверное. Вот конопля. Вот я стою, выше там еще руку поднял, и там еще почти метр. Ой-ой-ой. Вот она, конопля какая. Зернышки тут это все это есть. А толщина-то какая? Рукавички. С палец. Так там даже толще пальца рукавички. Вот это все давать высушить и молотить. По мопуху делать с картошкой. Ой-ой-ой. Это надо вот туда идти нам, чтобы обойти. Это надо прийти обязательно разобрать, иначе весной тут ничего не будет. Это мы должны подправить. Ну вот сделано так было. Нигде не прорвало. То есть у нас уже такой опыт. Раньше сделали там прорвало. Ну что тут. Можно на огородчике закончить и сюда прийти. Да. Ну там огородчик-то закончили мы сейчас. Ну там увезти остатки надо. Вот смотри. Это надо вырубать. Ой-ой-ой. Вот здесь можем показать, какая работа проделана. Вот она начинает. Это вот прием, это для нас тут полчаса работы. Слушай, главное-то все сохранилось. Мы, правда, тут уменьшили ее на доску, наверное. Так, теперь надо выходить туда. Ой-ой-ой. Вот он. Смотри. Володя, я не хочу дальше идти. Посмотри, ручей не пройти. Он войдет везде. Зацепляется за рукавицу, видишь, нет? Да, да, видно. Посмотри, ночником. Да. Это надо идти его, под него подсесть, вырубить его и потихоньку выбрасывать дальше. Летом-то мы ни разу не пришли. Вот она такая, какая-то трава. Вот маленько прошел, уже видать. Ой-ой-ой. Это мы с тобой, помнишь, как здесь зашивали-то? Она не прорвала нигде. Да, слава богу. Все устояло. И дерево тут не сгнило. Вот они, распорки целые. И дальше идет у награда, видать, чтобы коровы пойдут, не упали. Угу. С двух сторон. То есть вся техника безопасности. О,
что-то за это может держаться, клен, и сойти, обойти реке. Реке нас победит. Ну это берег-то теперь укрепился, проросло клен-то как. Нам надо найти, где клен, чтобы туда расти. Найти мелкий клен. Мелкий, тогда он прорастет. Надо пойти, где там он есть, и привести хотя бы саженцев так 50-70. Это мы быстренько там копнул, только посадил, копнул, посадил. А у нас где-то встречалось много клена, я сейчас не помню, где мы делали-то. А? Там, где Малютины жили, что ли, много клена было. Или на Саманном где-то. Вот видишь, как трактор-то сделал. Вода отсюда, чтобы могла идти. Вот посуда заходила, выходил. И ясно дело, что это клен. Тут такие... Вот он какой, две огромные. Это вот клен? Они, вот они, отростки все. Вот они. Да, 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 да. Это... Ну тут не возьмешь его. Это отростки от корня. Вот они как, эти пилили здесь. Здесь все это за химию. Вот он, вот он. А между ними тут все клен рос. Это надо было убрать. Тут работа шла, там еще снимали. Вон они где. Это вал. Вот он дальше вал идет, вон он где. Вокруг же вал. Нет, топор надо. Не забивай. Земля сухая. Топорик маленький. Да. Лопата острая. Из-за этого не дается. Была бы сырая, он бы выдернулся. Прорубить здесь надо. Мы если придем сюда, то мы вот так пойдем. Сразу прорубимся. Вот она. Угу. Ну вот он. Смотри. Глянь, насколько выше. Ой-ой-ой-ой-ой. И он сцепится, как не отойдешь, как репей. Да. А это осинник. Там березняк. Осинки-то какие. Эх, красота какая. Меня как-то спрашивали, ну а в вечности, царство небесное-то будет хоть что-то похожее? Ну, птицы там, я вот люблю, допустим, говорю, там кроликов. Все будет там, все. Все, первозданная красота вернется. Ну и все на этом. Да. Слава Богу за все.